Итак, в некоторых случаях возникает необходимость связать вот такой достаточно крупный рачий шаг. Каким образом это делается? Это правосторонний рачий шаг в 3 петли. Итак, вводим крючок в петлю, вытягиваем еще одну петлю из столбика предыдущего ряда. И еще одну петлю из следующего столбика. Итак, на крючке у нас достаточно хорошо вытянутые 3 петли. Затем крючок поворачиваем против часовой стрелки. У нас получаются 3 вот такие перекрученные петли. Затем их аккуратно провязываем. Получается вот такой узелок. Теперь опять вводим крючок за обе полупетли столбика предыдущего ряда. Вытягиваем петлю. Еще одну петлю вытягиваем из следующего столбика. На крючке 3 вытянутые петли. Крючок поворачиваем против часовой стрелки. Перекрученные петли провязываем. Снова вытягиваем петлю. Еще одну. Крючок поворачиваем против часовой стрелки. Перекрученные петли провязываем. Итак. Получается вот такой правосторонний рачий шаг, связанный в 3 петли. Он достаточно рельефный и красивый, и может использоваться при обвязке изделий.